Находимся мы на позициях 113-й стрелковой дивизии 33-й армии. Здесь, как видно, вот идут траншеи, окопы. Хорошая такая оборонка была на берегу реки. По именно боевым действиям этой дивизии и именно здесь найти не удалось, потому что информации очень мало. Есть, конечно, много информации по самой дивизии, как она формировалась. То есть это вообще получается бывшая дивизия народного ополчения, 5-е дно, так называемое. Потом переименовалась она уже в 113-ю стрелковую дивизию. Поэтому, грубо говоря, каких-то таких данных по боям это в этом месте нет. Поэтому сейчас пробежимся с приборами, просто здесь посмотрим. Ну это да, то что здесь, грубо говоря, с этого рубежа контрнаступление и началось советской армии. И немцев отсюда погнали зимой 41-го. Поэтому в декабре. Ну а данных самих боевых потерь и так далее ничего нет. По крайней мере найти не удалось. Поэтому сейчас походим, посмотрим, что здесь и как. Но в итоге скажу сразу, что данная дивизия попала в окружение вместе с Ефремовым под Вязьмой. Это уже было в 42-м году. Часть дивизии вышла из окружения, часть осталась на полях и лесах. Поэтому дивизия, по сути, героическая, вела боевые действия, упорно била врага, защищала нашу родину. Ну, практически сразу вылезла рубашечка гранаты РКД 33. Для того, чтобы сделать ее оборонительной. Защелка. Да. Возле очередного оврага вылез ломик. Довольно-таки интересный такой. Маленький. Аккуратненький. Как видно. Прямо возле овражка. Оставляем его здесь. Пускай стоит. Ручка от гранаты РГД-33 вылетела. Как видно, она взорванная. Разворотила ее. Прямо рядом с нашей траншеями. Данная местность получается заоврежена, очень много оврагов, и после каждого оврага по сути идут блиндажи и траншеи. Видно, передовая оборонка была здесь наших войск. Проходишь овраг, и тут же появляются траншеи, блиндажи, пулеметные ячейки. Да, видно, 113-я окопала здесь основательно. Хотя, в принципе, на такой бугор, на такой холм после реки, я сомневаюсь, что немцы пошли бы, конечно. Но, с другой стороны, не закрыв эту брешь, немцы точно пошли бы. Из находок пока попадаются стреляные гильзы, ТТ-шные, винтовочные.
Видно, был какой-то небольшой, что-то вроде оружейного боя. Осколков мало, поисков мало. В основном только стрелянные гильзы. Из крупного же железа пока ничего. Также вдоль траншеи попадается колючая проволока, стала попадаться, как стали появляться такие полянки, то сразу стала попадаться колючая проволока. Наша колючая проволока. Топорик вылетел. Довольно бодрый. Зубом? Зубом, да. Топерная лопатка. Как видно, простреленная. Идем. Да, простреленная. Наша советская топерная лопатка. Простреленная минометочка. А это от батарейки. Это от батарейки, да? Стержень. Это наш, да, палки? Да, да, да. Такие вот она. Перья длинные. На этом же месте гильзочка вылетела. Поляк. Пока. Без пули. Пуля выдернута, видимо. Такие вот тут знатные высоточки на берегу реки. Как правило, на высоточках сверху идут траншеи. Там же и овраги. Местность такая, я скажу, для октября, ноября, декабря, когда немцы здесь предпринимали свои попытки захвата, не очень удачная. Вот в лесу на берегу реки. Река внизу там получается. Вышли на курганы. Видимо, вятичи в свое время здесь были. Вот этот курган побольше такой. Но видно, его копали. Выкапывали его, по центру били. Правее еще курган. А там он еще один курган. Эти уже поменьше. Тоже добиты. Какие-то черные археологи добрались до них. Да, вот эти небольшие курганчики. Кто-то копал в середине, в центре. А вот это копали относительно недавно, видим. Да, сравнительно недавно вот этот копали здесь. Чего-то они здесь пытались найти. Бронзовые украшения? То, с чем на это, да, с чем захоранивали, там уже совсем
добром, как правило. Да, курганы наших предков. Саперная лопатка очередная вылезла. В принципе, сохран так себе. А вот квадрокоптер вылез. Походу, немцы запускали здесь на передке. Следили за нашим. Находка век. Кто-то, походу, запустил. Куда-то он залетел. И найти он его больше не нашел. Интересно. Интересно. Ну, все, запускаю его обратно в космос. Ну, что, забрать его? Забираю, что. Будет тебе память о сегодняшнем походе. Вот такой вот прекрасный вид, в принципе, открывался солдатам 113-й стрелковой дивизии 33-й армии. Внизу протекает река, дальше поле, лес. А мы находимся на позициях на обрывистом берегу. И, в принципе, ячейки идут вдоль всего этого берега. Влево, вправо. Но здесь даже как такового и настрела не попадается. Поэтому, в принципе, понятно, что боевых действий здесь как таковых не было. Ну что, в принципе, можно сказать. Побродили мы немного. Ну да, 113-я стрелковая дивизия оборону здесь держала. Попадаются ржавые патроны, рубашки от гранат, саперные лопатки. Стрельных гильз мало. Попадаются местами настрелы немецкие и наш. Но все же видно, что как таковых боев здесь не было. Ну, потому что еще участок реки этот очень обрывистый. Он, в принципе-то, и не способствовал здесь боям как таковым. Потому что то один, то другой берег превращается в крутой обрыв. Поэтому, в принципе, да, дивизия здесь стояла. Видно, вот кругом ячейки, траншеи идут. Вот она, в принципе, ячейка на ячейке пулеметные. Вот они, траншеи. В принципе, понятно, да, отсекали. Вот эти поля, которые идут за речкой. Но как такового боя, прорыва здесь не было. Все это было, видимо, в направлении главных дорог, шоссе и мостов. Здесь же рядом ближайших мостов нет. Дивизия здесь, видимо, просто контролировала данный участок. Поэтому особых находок здесь никаких нет. Но места, конечно, очень красивые здесь. И довольно интересно. Так что, если кому будет интересно, по 113-й дивизии, как таковой информации-то по этому боям нету. Сколько потери были, какие потери, какие боевые действия именно на этот период, где мы сейчас находимся. Так что, если кому будет интересно, в принципе, можно будет заснять фильм по 113-й дивизии, рассказать коротко, как она формировалась, какие боевые действия вела, ну и так далее. Коротко о ней рассказать. Так что, если что, пишите в комментариях, можно будет заняться этим фильмом.